Всем привет! Сегодня у нас на распаковочке две небольшие вот посылочки. Посылочки небольшие, но по значимости они довольно-таки полезны. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Скажу почему. Столкнулся я с таким вот моментом, что поменяла жена телефон, сунулась, раз, а симочка-то и не подходит. И где искать, куда бежать. И для этого мы распакуем вот эту вот первую посылочку. Распаковываем посылку. И здесь у нас, все, пакет пустой, вот такие вот адаптеры. Адаптеры для сим-карт и скрепочки. Самое главное — скрепочки. Как купил телефон, скрепочку я потерял сразу. То есть постоянно приходится искать какую-нибудь булавку, еще что-нибудь. Здесь есть подробно показано, как вставлять симки, какой, куда, адаптеры, все остальное. Заказал я специально 5 штучек. Один кому-нибудь подарю, знакомым, может быть, еще что-то. Потому что на самом деле это очень полезная вещь. Потому что я вот, допустим, серьезно говорю, я потерял сразу все эти симки, все эти переходы, все эти адаптеры. А здесь раз, и адаптер. Стоит он недорого. Заказать вы можете на AliExpress, ссылочки будут в описании. Да, в описании еще будет ссылочка на кэшбэк-сервис Letyshop, с которым вы можете покупать даже такую мелочь с возвратом кэшбэка. Кэшбэк возвращается на ваш счет, и вы возвращаете денежки. Ну, давайте продолжим. Сейчас откроем вторую посылочку. Что меня сподвигло заказать вторую посылку? Ну, не знаю, на всякий случай, наверное, как услышал я о том, что изобрели новый USB, то есть USB Type-C. И специально для этого я решил приобрести вот такие вот адаптеры. А пускай лежит, и вдруг пригодится. Пришел как-то ко мне друг. У него, не помню уж, Meizu какой-то там. Но у него был Type-C, вот этот вот новый. И не смог я ему ничем помочь. Он говорит: как так, ты, блин, заказываешь с Китая, а у тебя нет вот такого вот фигни переходника. Я говорю: вот так нету. Значит, что у нас здесь? Вот такой вот переходничок. Такой вот маленький переходничок. Здесь у меня тут шнурочек, тоже китайский. И вот так вот вставляется этот переходник. Хлоп, и все. И теперь у вас Type-C. Все просто. Все гениальное просто, как говорится. Вот такие вот маленькие, но очень полезные вещи, которые пригодятся вам. Потому что электроника шагает довольно-таки быстро, прогрессивно. И вот так вот сталкиваемся, что раз, и нету каких-то мелочей. Ссылки на все эти товары будут в описании. Подписывайтесь на канал, переходите в группы. Ну а на сегодня все. Всем пока, до новых встреч.